Сегодня я вам покажу один конструктор, которым только можно три предмета приготовить. Сейчас в сзади коробки покажу, что предлагается. Потом уже вот здесь предлагается все показанное. Можно построить только снегоход и машина пожарная. Тут написано сверху. И вот тут они лежат. Руль, всякие запчасти, гаечные ключи, просто отвертка. И здесь есть вот такие. И такие. Средние, есть маленькие и большие. И есть вот такой листочек. На нем тема, как построить снегоход. И вот эти. Но казалось, вы заметили, что здесь некоторых частей нету. Вот такой части нет, такой несколько. Их же видите, тут отпечатано сколько. А некоторых частей нет. И вот я догадалась сегодня сделать вот такое чудо. Это кран. Дедушка мой единственный делал кран из конструктора. Вот я придумала сама. Дед сейчас меня снимает. Вот такой кран. И тут вот такой рамблдешка сидит с пони и Эпплджек, поняшка, он там сидит. Еще что-нибудь придумать. Вот. И сюда можно всякое такое положить. Смотрите, вот примерно я хочу положить руль. Поднимаем. Просто тяну за веревочку. Вот может понять отсюда. На руль пойдет. Вот. Еще это можно еще чуть-чуть потянуть. Вот. И он так вот работает. Примерно сейчас надо пони Рамудаш увести к друзьям. Друзья им там стоят. Расти Хатыши гуляет. И Рамудаш надо туда добраться. Мы опускаем кран. Она еще падает чуть-чуть. Хотя лучше сразу по две ее там спрятать. Все. И поднимаем аккуратненько. И у вас еще может вот такая крутиться. Возможно, всякие поломки. Ничего страшного, бывает. Вот у вас кран сломался, и водитель, и он уезжает на там, где заправляются и чинится. Вот он приехал. И тот, кто чинит все, он чинит кран. Еще есть такая проблемка, что может вылезти у вас вот это. Мы ее просто продеваем там. Что еще там делать? Кран у нас чуть-чуть пьяноват. Ты. Шупчинин. Если у вас ниточка распускается, вам просто ее надо затянуть. Как бы чинить этот кран, уже он до конца разломается. И еще можете вот сюда вот продеть веревочку и так сделать. Вот так. И просто вот так вот эту вытащить. И вот так тянуть. Вот так надо сначала вытащить и вот так тянуть. Вас опять все ждать. Вот это поломка. Прошу прощения. И еще можно кран опустить и
поднять. Вот так. Стрелу. Стрелу. А, теперь мы закручиваем то, что можем, пальцами. Моя сестра Настя, может, тоже такой конструктор есть. Она ко мне в гости придет, и я вам покажу, что мы делаем. И теперь затягиваем. И вот мы затянули гаечным ключом, убираем его инструмент. Руль мы не будем делать. Смотрите. А, и еще может быть еще одна проблема. Если вот она лежит на земле, у вас два задних колеса поднимутся. Вот такая проблема. Туда может любая кошка, собака залезть под колесо, и на нее может кран наступить и поехать. Наступить колеса. Так едет. Ты еще раз это видел? Ты снимаешь? Прошу прощения. Это все про кран. Нет, удали. Еще не все. Сейчас я буду лимбо делать. Ну, я вот так. Лимбо. Я буду делать этот. Мой кран. Сейчас я его быстренько затяну. И будет небольшая пауза. Ой, прошу прощения, это я, дедушка. И сейчас кран будет, короче, грузить. И он чуть-чуть задержится. Кран вызываем. Кран бросает трубку и танцует. Я увидела. Лимба-лимба-лимба. 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 Лимба. Лимба-лимба-лимба. Лимба-лимба-лимба. Лимба, 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 лимба. В следующем ролике я буду рассказывать, может, про этих пони, про снегоход или про пожарную машинку. Но крана, может, он будет, пока мы будем там строить их, я могу под видео построить, мы с дедушкой мы будем строить. И там, наверное, кран, пока мы будем строить, он будет танцевать лимба. Лимба, лимба, лимба. Всем пока. Лимба, лимба, лимба. Ля-ля-ля.